Странность дочек Алсу трудно не заметить, они сильно изменились. Певица Алсу вернулась в Россию после нескольких лет жизни за границей. Популярная исполнительница показала фото повзрослевших дочерей, и ее поклонники сделали вывод, что старшая наследница выглядит практически ровесницей именитой мамы. Певица Алсу родила сына Рафаэля летом 2016 года и буквально пропала из поля зрения журналистов и поклонников. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка редко публиковала фотографии из-за рубежа. Алсу признавалась, что ушла в тень, чтобы с головой погрузиться в материнство. Однако сейчас стало известно, что артистка вернулась в Россию. Алсу стала чаще делиться с подписчиками публикациями, сделанными в Москве. А недавно певица отметила юбилей. Ей исполнилось 35 лет. В честь круглой даты Алсу снялась для журнала, причем сделала это вместе с дочками, 11-летней Софиной и 10-летней Микеллой. В соцсети Алсу выложила фотографию обложки, затем и снимок, на котором запечатлена с девочками в футболках с символикой чемпионата мира по футболу. Артистка дала понять, что вместе с наследницами следит за главным событием этого лета. Многочисленные поклонники рассыпались в комментариях артистки и ее наследница, причем большинство фанатов обратили внимание на Софину. По их мнению, девочка обладает необычной восточной красотой и выглядит старше своих лет.